Бля, я вам скажу, это вообще что-то тяжко как-то. Ребят. Просто эмоции переполняют. Все. Миссион комплектен. Славка! Давай! Сейчас полетит птичка. Так, куда нам его? Найди. Блять, как много всяких вещей. Давай, уже. Че ты рычишься? Кто не очкует? Высота-то не маленькая, да, Сура? Ну да. Высоту я, блядь, больше какие-нибудь мусора придется или охранники. Так это будет контент, ты понимаешь? Нас возьмут так просто и загребут куда-нибудь. Так, все. Мы сейчас, короче, едем. Ну чё, как твои ощущения, когда мы подъезжаем все ближе? Чё-то, слушай, я сейчас её увидел, чё-то мне прям... Саша? Прям чё-то мне тоже как-то... Честно, как-то прям сыпет. Ну ничего. Чем ближе, тем страшнее. Ну ничего, залезем. Я думаю, мы сделаем контент для наших подписчиков. Будет всем интересно посмотреть, как это... Как раз на 20 как это... Ты чё вообще с движком? Будет со 150 метров вниз, в землю просто. Как твои ощущения, Слав? Ой, адреналинчик, я уже чувствую. Вот когда я буду сверху, еще сильнее будет адреналин. Будет факт в том, что спущусь ли я потом оттуда. А что так, по полю? Я, вот честно, я уже обосрался, потому что, ну, она прям, ну, прям правда высокая. То есть там сверху провода так трещат, что я сейчас иду и думаю, блин, а там током-то нас не ударит. Ну, попробуем. Если ударит, то все это... Это будет последнее, что с тобой было в жизни, блин. Короче, чем ближе подходишь, тем она еще больше кажется. То есть мы сейчас поднимаемся, встаем на крыло, и оттуда с крыла на машину следуем двигатель. Ладно, шучу, не на машину, а куда он полетит, я не знаю, вообще даже понятия не имею. Так что, как-то так. Слушай, как обычно, ветрище, блядь. Там, знаешь, какой ветер сейчас будет смачный в курсе? Я говорю, на середину сапу делай себе. Фух. Рыжий человек. Я вот сейчас просто стою, я представил, как вот чисто с этого крыла, вот просто представляешь, что это 125-кубовый двигатель от питбайка летит просто вниз. Да что с ним будет? Я вообще... Меня эмоции просто переполняют. Вытаскивай. Славка, давай, помогай. Движок вытащить, упаковать его. Он полетит. А сумка-то вообще сейчас пойди, сколько будет комментов. Лучше б мне отдали там 125-ка, нихера, со стартером. Не, пацаны, этот двигатель должен умереть. Здесь и сейчас. Че, со стартером? Конечно. Вот это да. Можно я себе его заберу, пацаны? Пожалуйста. Ну, если он выживет, мы его тебе подарим. Спасибо большое. Я просто самый лучший их подписчик. Я самый первый на них подписался, пацаны. Славка. Надо как-то движок смотреть так. Славка, давай. Ну что, прощаемся? А что, прям сумка? Последний раз он целый на земле. Да похуй, давай, если на тачку поедет, еще эпичнее будет. Прикинь, дыра какая движка нахуй. Бля, блапка копейку у нас ссаная, ебать. Бля, тут еще попади, блядь, копейку вот сану. С такой высоты. Нихуя, нихуя, ебать, так больше 150 метров. Бля, я вам скажу, это вообще что-то тяжко как-то. Фух. Бля, ну сейчас по этажу буду. По очереди. Ну присесть, если я присяду. О, нихуя. Штаны порвал. Это больно. Там у нас видосик один есть, я штаны порвал. Походу еще один. А чего у меня лопнуло? Я прям почувствовал, как у меня... Внутренняя ткань. Как у меня очко заиграло. Все, давай, хорошо. Все целое вроде. Лезьте, я вас тут буду ждать. Если что-то случится, я сразу убегаю отсюда. Вас тут одних оставляю. Так что...
ты от движка самогона убеди. Бегу, я просто бегу. И прям на него чисто. В общем, обо всем. Мы сейчас со Славкой вдвоем залазим наверх. Вот. Оператор второй у нас будет внизу. Так, погоди. Смотри, там табличка. Что это? Номер 25. Слушай, ну мне интересно, сколько она высотой. Так, сейчас почитаем. Слушай, я пока до тебя дошел. У меня уже одышка с этим движком. Ай, блядь, еще ушатался. Ага. Вот, и лазейка наша. Первое включение с вышки. Это мини-этаж. То есть самая первая лестница. И то есть отсюда уже вот такой вот видок. Вообще, вы представляете, в какой ситуации они сейчас находятся? Они лезут на 150-метровую вышку с мешком, который весит больше 20 килограмм за спиной. Туда, в принципе, если лезть, ты охуеешь, ебать, туда минимум полчаса нам будет до самой вышки забираться. Ребят, это, короче, у нас 1/3 вышли. Отсюда у нас вид. Примерно вот такой. У нас, короче, перезидио наши открываются. В общем-то, все красиво. Так, Сал, как себя чувствуешь? Нормально. В общем, ребята, поднялись до такого этажа. Вот. Видок у нас такой. Дорога все меньше становится. Фух. Вид отсюда, конечно, шикарный. Славка, он в ТикТоке сидит, залипает. Интернет хороший, кстати. Конечно, то, что тут эти раздатчики интернета стоят. Ребята, это не передать видео. Это надо самому вот так вот просто сделать, чтобы сюда залезть. Лезть нам еще неплохо так. Как бы сказал, нормально вообще еще лезть нам. Но мы почти на месте. Одышка сильная. Большие усилия надо прилагать к этому, чтобы сюда залезть с двигателем. Ребята, просто эмоции переполняют, силы на исходе, ноги не имеют. Я камеру сейчас утащил, я ее обхватить нормально не могу. То ли адреналин, то ли я устал, я не понимаю. В общем-то, мы почти у цели. Вау, блядь, руки онемевшие какие. Вот такая вот высота вниз. О, машина наша. Провода. Вот они уже трещат наглухо. Все, ребята, сейчас будем следовать. Все. Миссион комплентед. Славка. Наконец-то. Красава, мы это сделали. Самое сложное было это затащить движок. Фух. Жесть. Видео это не передать, это надо пережить. Я сейчас уже поднимался. Я просто из последних сил уже, прям за последние, прям хватался уже. Вот прям вот чисто ровно моих сил хватило, чтобы сюда залезть. Прям вот ровно. Фух. Ну все. Славка. Мы почти готовы сделать это. Зачем сюда пришли? Ребята все стоят уже на готове с камерами. Сейчас будем делать грязь. Поехали. Славка! Давай! Ебать! О! Пизда! Еще и звук такой нифиговый был. Я со свистом. О!
Все, едем вниз, сейчас будем снимать, что случилось. Сейчас проверим, что там. Ну, в принципе, крышечку поменять. Макс! Макс! Там палево, походу. Ёбан, да, быстрее, ёбан! Так, а пока Славка у нас спускается вниз. Славка, красавчик вообще, все четко. Ой, ребята, это достойно, мне кажется, лайк вашей подписки. У нас еще будет видосик интересный. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы для вас будем стараться. Вместе со Славкой. Блядь, блядь, давайте, пацаны, быстрее, быстрее, давайте, давайте. Эх, слышишь, там что-то, какое-то тело идет такое подозрительное. Что-то у него в руках что-то. Я отсюда вижу, что в камуфляжке. Какая-то херня. Вот он нам это, пиздец. Бежим в тот лес. Вот он нас там не догонит. Там где? Там где? Пошли, пожалуйста, сюда. Пойдем. На каком этаже там? Где там лезешь? Просто вон Слава, вижу, лезет по белой лестнице. А ебать, вот где они, ебать быстро. А, ты напер? На втором этаже получается. Ебать, я смотрю наверх. Попробуй как-нибудь там, может он через плиты не полезет, я думаю. Он стоит около плиты. Около плит? Ну я вижу. Бля, ладно, сейчас попробуем как не свалить, слышишь? А там же вон дырка есть, я сейчас, короче, попробуем. Типа, ну, сейчас подойдем, вся хуйня. Мы сейчас сами в лес ебанем. Слышь, а как машину забирать? Ну, давай. Это скажи, Макс, пускай машину забирает как-нибудь потихой. Ну, пускай машину забирает потихой, блядь, типа, это, в сторону леса едет, там сядем и уедем отсюда. Тип какой-то стоит с дубинкой. Славки еще даже не видали. Пиздец. Блять, ждет нас. Стоит. Блять, что делать? Я уж почти спустился. Блять, там движок лежит, там наш. Интересно. Блять. Сука, спиной движок называется. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. А он, что-то, подожди, что-то кричит. Видишь, что-то кричит, блин. Здравствуйте. Мы просто залезли. Посмотреть, поснимать вид. А что вы с палкой у нас бить будете? Может, как-то договоримся? Потом договорим. Давай. Так, короче, нам жопа. Слышь, мы со Славкой, короче, тут стоим. Слышь, мы сейчас спускаемся вниз, типа к нему идем. Там дырка забоя. В сторону леса съебываемся. Понял. Так что, блядь, с мусорами сейчас делаю, иметь вообще неохота. Да, все. Смотри, дубинку еще увидел. Да я видел, я еще сверху еще увидел. И как они слазить сейчас будут? Тут чисто дырку собрали. Как старый он, не полезет. Заработать. Он вообще знает, что там дырка, интересно? Ну да, так-то. Да я думаю, он даже не побежит за ними. Сука, мотор как забрать? Что-нибудь придумаем сейчас. А что там? Машину клеим, короче, быстро. Он что, вообще не разбился? У него, короче, крышка, по-моему, разбилась. Что-то сцепление, что ли, я так и не понял. Стартеры поршневая на месте были. Ну, потому что земля, короче. Ну, земля мягкая. Да. Не, ну свист прикольный был, да, вообще. Да, как будто самолет. А вы что, полицию уже вызвали? И что, нам через забор здесь прыгать? Ладно, хорошо. Хорошо. Сейчас мы тут спустимся.
Славку. Валим. Иди! Тигрон бежит! О, бля! Слушай, где он? Где он? Хуево не вижу. Вон, вон! Вон, назад! Ой! Сука, не отстает, а? Эй, что ему надо? Что ему будет? Я не знаю. Слушай, я вообще уже бежать не могу. Слушай, давай, знаешь, что сделаем? Пока он тут ходит, мы сейчас вышку обходим, смотрим на движок, что там вообще как. Он сейчас все равно он туда пойдет, а вышка там получилась. Типа плиты обойти? Да, плиты обойдем. Давай, давай. Плиты обходим, короче, вот. И смотрим, что там с движком. Он, наверное, в ту сторону идет и забудет про нас. Ну, походу, уже он все уходит. Все. Давай сейчас по-быстрому пройдем мимо. Давайте их позовем где-нибудь. Он уходит, походу, слышь? Уходит. Я думаю, сейчас, знаешь, что надо сделать? Он уходит? Сейчас, да. Сейчас плиты, короче, обойдем. Движок заберем. Если успеем, в тачку прыгнем. Ну, посмотрим, что с движком. Потому что я там толку ничего не увидел. Да? Он пошел уже тогда? Ну, он вроде да, в ту сторону пошел. Нет, когда ты этот движок скинули уже. Он пошел к нам. Он пошел к нам уже тогда? Да. Нихуя себе. Я его сверху видел, я ему кричу Максу, говорю, смотри, там. А я что-то спускаюсь, я смотрю, блядь, что-то какое тело идет, как дубинка, что ли, у него, или палка. Внизу только понял, что это такое. Да я тоже. Ух. Блядь, не отстает ведь, а? Ну все, пошли, поставь. Пошли, да, пойдем. Мне сердце, я сейчас сердце выпрыгнет. Я сейчас что-то много адреналина за сегодня. Он на машине едет, походу. Возик? Возик какой-то едет. Так он за пешком вроде был, нет? Да, он, походу, это его эти, как вот, друзья, охранники. Блядь, пошли, это, плиты обойдем. Да, пошли, плиты обойдем. Там уже посмотрим. Что-то. В общем, вон плиты, вон башни. Мы сейчас возвращаемся обратно, мы переждали, посидели. Вроде как он ушел. Сейчас посмотрим. Надо движок забрать хотя бы. Адреналин сегодня прям вообще на максимум. Это походу в натуре он уехал на бобике. Давай посидка, пойдем посмотрим. Вдруг он там еще. Давай, бай. Мне кажется, то он на бобике уехал. Да, да, он с друзьями своим охранником уехал на бобике. Я видел. Что сказал, что друзьями, может, он один был за рулем? Ну, может быть. Так. Обычно на бобиках ездят с друзьями. Берут с собой литр водочки, огурчик в баночку трехлитровую и хлебушка черного. Начинают бухать его. Вот отойдите со света. Просто. Надо хоть какой-нибудь пакет нажить. Слышь, тут вообще прям картерный кресло. Смотри, даже на головке вот отколола вся крышка сцепления. Смотри, как татар загнул. Картер. Живой, что ли? Ох, какой он прям это. Это была самая быстрая поездка в жизни его. Вообще. Просто. Жесть. Ну так, все на месте. Вот крышка сцепления только пострадала. Так что со 150 метров на будущее. У вас расколется только крышка сцепления. Да если был бы асфальт бы. Был бы асфальт, это было бы вообще лепеха. Ну смотри, как он тут просто выкопал ямку, блин. А, это у вас ямки был. Знаешь, что самое стрёмное? Вот стоишь, вот на этой платформе, прям возле проводов. Вот сколько там боль? 320. Там. 320? Какие 320? Там, бля, извиняюсь, сама там дохуища боль. И просто, понимаешь, железный двигатель, алюминиевый, летит возле этих проводов. Да ты представляешь, я так боялся, что он просто жахнет. Я не знаю, что-нибудь случится. Это была просто жесть. Блядь, ну видео это не передать. Надо именно вот там стоять, вот слушать, как эти провода трещат. И этот движок просто пролетает прям вот в полуметре от них. Да, вот это стрёмно в натуре. В общем,
дело сделано. Мы свалили от охранника, он сел на какой-то УАЗик, как я понял, и свалил. Всем спасибо за 20 тысяч подписчиков. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите наши ролики.